Два воспитанника Зареченской школы бокса, Илья Бызов и Дмитрий Спивак, выступили в составе сборной Пензенской области на чемпионате Приволжского федерального округа среди взрослых. Мастеру спорта России Дмитрию Спиваку пришлось провести только один поединок. Но этот бой стоил нескольких схваток. Наш спортсмен встретился на ринге с давним противником, мастером спорта международного класса из Удмуртии. Мы уже встречались с ним, когда я только начинал по мужикам боксировать. Ну, уступил ему с разногласием судей. Ну, в этот раз, так скажем, это был реванш. Может быть, он постарел. Я был побыстрее все-таки, может быть, молодость берет свое. Ну, и я обкатался по мужчинам, стал намного лучше. Дмитрий вместе с тренером разработал план ведения боя. Спортсмен должен был сохранять хладнокровие во время схватки и просчитывать каждый удар. Очень известный, титулованный, чемпион страны, призер страны. Он на 10 лет старше Дмитрия, более опытный. И здесь надо было просто обмануть, обыграть, обхитрить. Все задуманное удалось. Дмитрий Спивак одержал победу и получил путевку на чемпионат России. Его товарищу по команде Илье Бызову завоевать золото не удалось. Однако возможность побороться за титул чемпиона России по боксу у него есть. По решению главного тренера Приволжского федерального округа был допущен на Россию еще наших два спортсмена. Это Бызов Илья из Пензы, Георгадзе Михаил. Старший тренер сказал, что я вижу в этих ребятах перспективу. Чемпионат России состоится в октябре в Якутии. Дмитрий Спивак примет в нем участие во второй раз. Для Ильи Бызова эти соревнования станут дебютными. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».